Добрых дней, дорогие друзья! Мы с вами на канале Белковский. Это очередной сверхновейший выпуск нашего проекта OMG, Oh My God, в рамках которого мы смотрим на современную политику, экономику, войну, мир, любовь и смерть и всякие прочие категории через религиозную призму. И программу делаем мы вдвоем, Белковский и человек абсолютно эксклюзивный, профессиональный протестантский проповедник, известный украино-американский журналист и общественный деятель Питер Залмаев. Напоминаю, подписывайтесь, пожалуйста, на канал Белковский, ставьте лайки, минимум 4 лайка на нос, то есть 8 в общей сложности с каждого зрителя, надеюсь, вам это не сложно. А также поддерживайте канал Белковский финансово, морально, психологически и как угодно, в любых валютах из любых стран мира. Поехали, Питер, вперед. Приветствую, друзья, и всех God bless. God bless our viewers, God bless America, God bless Ukraine. И, собственно, начинаем сегодняшнюю беседу сегодня с Станиславом Белковским с темы судьбы Украины в контексте возможного сговора Путина-Трампа, если там религиозные подоплеки. Также будем говорить о религиозной судьбе Российской Федерации при ВВ Путине на нынешнем этапе его правления и вообще в целом. Также религиозность основных мировых лидеров и как она влияет на ключевые политические решения. Поговорим о судьбе евреев в Израиле и в диаспоре, о судьбе Израиля и еврейской диаспоры, также, разумеется, в религиозном контексте. Ну и, разумеется, будем подытаживать уже темой, собственно, сегодняшнего дня. Как вы знаете, это День Святого Валентина. Так что первая тема – судьба Украины в контексте возможного сговора Путина и Трампа. Знаете, то, что происходит сейчас в Вашингтоне, навевает мне вот Матфея, Евангелие от Матфея, 26 глава, 69 по 75 стихи, где, собственно, апостол Петр, отвечая Иисусу, говорит: «Господи, с тобой я готов и в тюрьму, и на смерть идти». Но он сказал: «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». Ну, опять-таки, петухи, эти трижды поющие, это могут быть все люди доброй воли, которые переживают за Украину, это украинцы. Это тот же Байден, который, вы помните, до недавнего утверждал, что мы с Украиной столько, сколько надо, as long as it takes, собственно. Ну, а Трамп в ответ на это, и трамписты говорят: Путин не проиграет. Зачем усугублять страдания бедных украинцев? Сейчас вот такая их позиция. Ну, вот Станислав, опять-таки, договаривая уже тему этого пресловутого интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным, ожидалось, судя по всему, от Путина намного больше. И, разумеется, именно педалирование темы неких религиозных, общей религиозной почвы между трампистами, скажем так, MAGA Nation и глубинным российским народом. Та же Маргарита Симонян выразила недовольство, что вот недоработал Путин именно по религиозной части. Вот согласны вы с этим? Отчасти да, отчасти нет. Если мы ожидали от Путина какой-то приверженности традиционному христианству или хотя бы авраамическому монотеизму в целом, то, конечно, он вообще не уделил этому никакого внимания, более того, наоборот. Он признался в полном отсутствии христианских религиозных чувств. В ответ на прямой вопрос Такера Карлсона, считает ли он Господа Бога важным фактором в истории, видит ли он сверхчеловеческое начало в истории, Путин ответил твердое «нет». Он его там не видит. Когда вы смотрите на происходящее в мире, видите ли вы дела Господни? Говорите ли вы себе, что тут я вижу действия каких-то сверхчеловеческих сил? Да нет, я, честно говоря, так не думаю. Я думаю о том, что мировое сообщество развивается вот по своим внутренним законам, и они вот такие, какие есть. Он видит только какую-то бесконечную теорию заговора. Кстати, собственно, сама теория заговора, на мой взгляд, в мировой истории возникает там, где исчезает религиозность, там, где исчезает представление о воле Божьей, там все приписывается каким-то сложным, хитрым комбинациям Ротшильдов, Рокфеллеров, Барухов и прочих якобы существующих вселенских сил. Там жидомасоны везде с разных сторон наступают. Я бы добавил еще Элвиса Пресли, который, как известно, где-то жив, просто вот ждет своего часа показаться. Ну, не говоря уже о Ктулху и силах такого порядка, поскольку сознание Ктулху никуда, как известно, не делось. Но Владимир Путин не ставил перед собой такой задачи. Эту всю лапшу он вешает на уши собственному народу, и то не всему народу, а только отдельной его части. Когда он появляется там на Всемирном русском народном соборе, который возглавляемым патриархом Кириллом Гундяевым, примерно таким же верующим христианином, как и Путин, на мой взгляд,
Он там, да, рассказывает сказки про, так сказать, про православие, самодержавие и народность. И как русский человек хочу сказать, только единая, сильная, суверенная Россия способна гарантировать будущее и самобытное развитие и русского, и всех других народов, которые веками жили и живут в нашей стране. И то, сам термин православие в путинской риторике не означает, собственно, ортодоксального христианства. Это скорее некий языческий культ, присущий определенной части многонационального РФ народа. И сопряженный больше с поклонением самому Владимиру Путину, чем Господу Иисусу Христу. Но именно с Такером Карлсоном Путин решил быть абсолютно откровенным. Он рассказал про себя все. В этом и ценность этого интервью как документа. Он фактически признался в том, что он адепт культа Мамона, религии денег. Он циничный бизнесмен. И он предложил своим контрагентам по ту сторону экрана договариваться на основе сугубо цинических прагматических интересов. Мы не закрыты для переговоров. Более того, эти переговоры ведутся. И было много случаев, когда мы договаривались. Можем и сейчас договориться. Но только надо договариваться. Он не апеллировал никаким консервативным ценностям вообще. Хотя мог бы на этом сыграть вполне. Он мог бы порассуждать хотя бы о своих любимых гендерно-нейтральных туалетах, о засилье ЛГБТКВ+, подвергнуть критике вок-культуру, о которой, надеюсь, мы сегодня еще поговорим. Он ни единого раза не воспользовался этим шансом, доказав тем самым, что это все для него абсолютно... Весь этот контекст, все это, так называемые, все эти духовные скрепы, для него это абсолютный фейк. Он этим не руководствуется в практической деятельности. Он просто решил обратиться к Дональду Трампу как бизнесмен к бизнесмену. И сейчас все более становится ясным, что вот почему вообще Путин согласился на это интервью. Ведь, как признался Такер Карлсон, он впервые запрос на интервью отправил еще в 2019 году, работая на Fox News. Но Путин и Кремль ничего не отвечали на этот запрос. И вдруг неожиданно Такер Карлсон им понадобился. Более того, еще многие другие влиятельные журналисты западные предлагали Путину большое программное интервью, включая Стива Розенберга с BBC. Тоже не было никакого ответа, никакой реакции. Судя по тому, что происходило дальше, выступление Такера Карлсона в Дубае, затем официальных сообщениях о коммуникации Такера Карлсона с сенатором-республиканцем от Огайо Дэвидом Вэнсом, затем заявлениями самого Дональда Трампа, когда он назвал Владимира Зеленского лучшим продавцом в истории и сказал, что пока мы помогаем Украине, она может договориться там за спиной с Путиным, и мы тогда окажемся полностью в дураках. Становится понятным, что Такер Карлсон был нужен Путину не столько интервьюер, сколько как канал деликатной коммуникации с Дональдом Трампом. И, видимо, через Такера Карлсона Трампу передано послание Путина. Не только публично, но и не публично, самое главное. Карлсон же признался, что они потом общались еще отдельно. Смысл этого послания простой. Трамп, пользуясь своим влиянием на республиканцев и республиканское большинство в Палате представителей Конгресса, и в том числе и на спикера Майка Джонсона, который не в последнюю очередь занял свое нынешнее кресло благодаря помощи 45-го президента США, блокирует помощь Украине на неопределенный срок. Взамен Путин объявляет его великим миротворцем. Он же сказал в интервью, что вы только прекратите помощь хотя бы на несколько недель. Война сразу и остановится. А что решать-то? Все очень просто. Если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружений. Все закончится в течение там, нескольких недель. Вот и все. И тем самым приносит Трампу несколько процентов, которые необходимы его для окончательной уверенности в победе на президентских выборах этого года. Если бы Путин действительно апеллировал к республиканской аудитории, которая смотрит Такера Карлсона, то текст был бы совершенно другим, потому что, в принципе, республиканцы настроены по отношению к Кремлю и Путину гораздо хуже, чем демократы. Только 9% республиканцев позитивно настроены по отношению к Путину. И он не сделал ничего, чтобы перевербовать этих людей. Еще раз, он ничего не рассказал про их ценности и про то, что он собирается их отстаивать в глобальном масштабе, то, на чем он часто настаивает на внутреннем рынке. Он наплевать абсолютно на массы широкие. Не наплевать ему было только на одного человека, Дональда Трампа, к которому он обратился с помощью этого интервью, как я уже сказал, и напрямую, и косвенно, формально, и неформально, и тайно. Собственно, смысл этой сделки сформулировал этот самый Дэвид Вэнс, который не исключено может рассматриваться как один из кандидатов в вице-президенты США при Дональде Трампе.
Да, конечно, там в соцсети X это видео набрало уже там больше 200 миллионов просмотров. Гораздо более скромные цифры на Фейсбуке и в Ютьюбе, из-за чего Илон Маск уже заподозрил там цензуру в отношении этого материала. Но не будем забывать, что, во-первых, количество просмотров – это лишь отражение любой формы и качества интереса аудитории к материалу, да, совершенно не обязательно позитивный и серьезный. И тут неожиданно мы забыли, что с тех пор, как Такер Карлсон ушел из Fox News, он на своем канале показывает в основном невероятных фриков. Вот бизнесмена Мартина Роштелли, был такой крупный американский мошенник, да, осужденный за всякие махинации. Коуч Тони Робинс был непосредственным предшественником. И даже какой-то чувак, я к стыду своему забыл его имя, вернее, забыл его специально, чтобы не перегружать нерезиновую голову, который утверждал, что он был бойфрендом Барака Обамы, занимался сексом с Бараком Обамой. Забыли еще, когда он был на Fox News, он интервьюировал чувака, который утверждал, что testicle tanning, то есть загар яичек мужских, ведет просто к феноменальным результатам, в том числе, что касается перформанса в спальне мужского. Это тоже вот присуще Такеру Карлсону. Станислав, ну, по поводу Мэном все понятно, и, собственно, тут тоже мы слышали апелляцию Такера Карлсона к электорату. Уже поговорим о том, как он пытался доработать то, что было недоработано Путиным в этом интервью, и что и предвосхищает интервью, он объяснил, что это очень важная тема, потому что это все очень стоит огромные деньги Америке, потому что санкционная политика, потому что Америка теряет, собственно, очень много по экономике из-за разрыва этих отношений. Страдают американские налогоплательщики, все, короче, страдают. Это понятно, и это тоже была, разумеется, коммуникация Кремля, это очевидно, что говорить. Но тут примечательно, что не доработав по религиозной скрепной теме, или values, как это американцы называют, интересно, что Карлсон продолжил, он продолжил, собственно, вот это вот тиражировать кремлевскую линию о том, что Украина преследует христиан, что Украина shut down a Christian denomination, то есть даже запретила целую такую христианскую деноминацию. Мы знаем, что речь идет о ограничении на пропагандистскую деятельность УПЦМП, но опять-таки никто не говорит про это, никто не называет слово «Москва», что это за церковь. Просто вот преследует, собственно, христиан, и эта, собственно, теза, разумеется, подхватывается и такими явно открыто нерелигиозными персонажами, как Илон Маск. Тут же добавляется, что якобы Украина сгноила в своих застенках и убила американского журналиста, хотя это тоже история, высосанная из пальца в несоответствующую действительность. То есть мы видим, что все-таки тема религиозности здесь уже после факта интервью продолжает педалироваться. Ну, тема религиозности прозвучала и в самом интервью, только в смысле культа денег и религии Мамоны. Была апелляция к тому, что Дональд Трамп фальшивый христианин, а на самом деле он такой же служитель культа денег, как и Путин. Вот почему они могут договориться. А что касается УПЦМП, я действительно, точнее УПЦ, потому что все-таки украинская эта деноминация отказалась от принадлежности к Московскому патриархату. Уже да. На своем соборе в прошлом году я действительно считаю, что Украина перегнула палку. Что если среди священнослужителей УПЦ было немало сторонников Кремля и русского мира, то с этим можно было разбираться в индивидуальном порядке. Но я отрицательно отношусь, и, собственно, не только я думаю, что это отвечает самому духу Америки, и в том числе официально декларируемым воззрением Дональда Трампа. Какие они по-настоящему, мы не знаем. Мы только видим, что этот человек обуеваем сегодня жаждой мести американскому глубинному государству, всем своим политическим и идейным оппонентам, и уже одно это не подтверждает его истинность, его христианских намерений, оставит их под большое сомнение, поскольку, как известно, христианин мстить не может и не должен. «Мне отмщение я воздам», как сказал Господь Бог. Христианин не должен стремиться ни к мести, ни искать благодарности, потому что благодарность также воздает Господь Бог. «Господь, видящий тайное, воздаст тебе явно», как сказано в Евангелии. Но что касается УПЦ, то действительно государство не должно было в это вмешиваться, на мой взгляд, на системном регуляторном уровне. Не нужен был никакой закон. Если в УПЦ нарушали закон, то, значит, его нарушители должны были пострадать. Но в целом УПЦ с самого начала, с первых дней осудила российскую агрессию, в том числе устами своего представителя Ануфрия Березовского, и в целом заняла линию на полное дистанцирование от Москвы. С учетом того, что, в общем-то, немало прихожан УПЦ воюет на фронтах за Украину,
Это тоже было смягчающим обстоятельством. Мне кажется, что здесь, возможно, и негативные эффекты от этого были недооценены. Но в целом это означает одно, что в принципе заканчивается эпоха, когда государства должны регулировать деятельность церквей или создавать церкви, упразднять церкви. Церковь – это община верующих, она должна существовать по своим внутренним законам. И никак, собственно, государственные регуляторные органы не должны как-то существенно влиять на это. И в этом, собственно, и сила Америки – в сетевизации религиозной структуры. Хотя сам я по-прежнему остаюсь ортодоксальным христианином, то есть православным, хотя это понятие все больше и больше дискредитируется Кремлем и всякими государственными институциями Российской Федерации, включая, собственно, и РПЦМП, который является в чистом виде государственным институтом, а не церковью в классическом понимании. То есть я считаю, что, безусловно, гарантом Священного Писания является церковь в рамках механизма апостольской преемственности. Но то, что назрела кардинальная реформа управления, в том числе ортодоксальными церквями, их сетевизация, то есть переход фактически к пресвитерианской системе управления, например, да, это, безусловно, один из тоже важнейших уроков наших дней. Если Украина несколько отползет от темы УПЦ, то будет легче. Сейчас ведь и Синод Англиканской Церкви тоже осудил там притеснение УПЦ, насколько я понимаю, и так далее. Поэтому из всей этой ситуации, в первую очередь, надо извлекать позитивные и конструктивные уроки, какую бы позицию ни занимали те или иные стороны. Вообще, знаете, возвращаясь к теме, собственно, инфоцерковленности Путина, это отдельная тема, которая тоже мага, это Make America Great Again, то есть трамписты подхватили, сравнивая нашего якобы еврейско-атеистического президента Зеленского, как его подают сейчас в этой благосфере мага, сравнивая его с таким, неким таким воцерковленным Владимиром Путиным. Это тоже есть этот момент. Ну, в целом, возвращаясь к теме, вообще как так могло получиться, что абсолютно подавляющее большинство американских евангелистов, людей, с которыми я прожил много лет, превалируют они в южных штатах, так называемых, это имеется в виду юго-восток, это Алабама, Кентаки, Техас, Джорджия, Теннесси, я вот жил там 5 лет. И у меня до сих пор контакты с проповедниками, там, с всеми воцерковленными людьми этих, вот, этой части Америки. И я поражаюсь, как они могли все эти годы поддерживать, и поддержка их возрастает, и нисколько не уменьшается, и такого настолько вот безбожного, отпетого негодяя, как Дональд Трамп. И думаю, никому тут не надо рассказывать, что это за человек. Человек, имеющий 5 детей от 3 жен, человек, известный тем, что кидал своих бизнес-партнеров, человек, очень нелестно высказывающийся о женском поле и так далее. Короче, очень негативный персонаж. Вы знаете, и есть для этого некое такое тоже уже, возможно, постфактум, такая justification, то есть оправдание, собственно, для них. Трамп – это некий такой King Cyrus, это Кир II на русском, если говорить. И в книге Исаия, в Старом Завете, идет речь об этом Кире II, это персидский царь, который в 6 веке до нашей эры, захватил Вавилон и закончил, собственно, период вавилонского плена еврейского народа, иудеев, которые к тому времени были, собственно, поэтому во время этого captivity плена, да, были расселены по региону, выгнаны из Иерусалима. И вот это завоевание Вавилона разрешило евреям вернуться в Иерусалим и построить там свой второй храм. И таким образом Кир почитается евреями, хотя как в целом он герой негативный, персонажи негативные, но сыграл позитивную роль. Так вот, таким несовершенным инструментом евангелисты считают, что они могут достичь рая земного в Америке, могут вернуть Америку на круги своя, make America great again, как бы вот такая интересная у них позиция. Ну и в целом вот это в этом контексте можно понять лицемерие, вранье всех республиканских политиков, в том числе Майка Джонсона, который абсолютно не утруждает себя тем, что буквально месяц назад он поддерживал Украину и считал, что Путин не должен выиграть. Сейчас абсолютно вот лицемерно он подстраивается под все, что диктует сейчас Дональд Трамп своим подопечным, своим по сути, уже в Нижней палате. И Украина стала, увы, вот таким, такой лакмусовой бумажкой вот этого вот Blue-Red Divide, этого разделения Америки на красную, якобы религиозную, евангелистическую, консервативную Америку и безбожную такую Америку голубого цвета. Имеется в виду демократы, либеральные штаты, тот же Нью-Йорк, из которого я
собственно, происхожу последние 20 лет, Калифорния и так далее. Ну, что касается высокомерности Владимира Путина, он также в интервью Такеру Карлсону впрямую отрицал. Он говорил, что это не имеет значения. Что касается религии в целом, она, знаете ведь, она не во внешних проявлениях, не в том, чтобы ходить каждый день в церковь или бить головой в пол. Она в сердце. Имеет значение некое глубинное состояние человека, а не его диалог с церковью. Это он говорил так же уверенно, как то, что Господь Бог не играет никакой роли в истории. А это впрямую антихристианская и антиавраамическая позиция, бесспорно. Кстати, в этом году икону Троицы Андрея Рублева срочно везли на рождественское богослужение в Москве в храм Христа Спасителя, исходя из того, что там будет Путин, и Путин туда не приехал. Значит, зря везли икону и подвергали ее риску полного уничтожения. Но что касается ситуации в Америке, я бы сказал, что она более сложна. И разделение, разумеется, не по поводу Украины. Кроме того, разделение, как мы с вами говорили в премьерном выпуске нашей программы OMG, если некоторые американские президенты, такие как Джимми Картер, особенно Рональд Рейган, воспринимались действительно как подлинные христиане, в деятельности Рейгана это проявилось точно, поскольку именно он обозначил, в чем главный конфликт эпохи. Не в конфликте капитализма и социализма, поскольку этот конфликт был исчерпан еще в 19 веке. С тех пор, как капитализм начал становиться регулируемым. И не конфликт между капитализмом и коммунизмом, как некими социально-экономическими системами, а конфликт между авраамическим миром, миром монотеистических религий, и тоталитарным миром религии коммунизма. Это, собственно, во многом и столкнуло с мертвой точки поезд победы свободного мира в холодной, в Третьей мировой войне. До Дональда Трампа есть реакция на безмерное и безразмерное нашествие гоу-культуры, БЛМ, на Джорджа Флойда, который был прямым издевательством, на мой взгляд, над Америкой и всеми ее ценностями, потому что неожиданно героем Америки стал преступник-рецидивист, наркоман и тунеядец, который жил за счет своих детей, то есть за счет детских пособий, а тем самым косвенно сидел на шее. Станислав, справедливости ради, можно спорить о геройстве его, но абсолютно правильными, справедливыми антигероями стали те полицейские, которые убили этого столь несовершенного, но тем не менее человека, имеющего право на жизнь. Безусловно, имеющего право, но возведение его в ранг героя и ситуация, когда мэр Миннеаполиса рыдал у гроба Джорджа Флойда, причем было совершенно понятно, что за день до того или за два дня он не знал, кто это такой. Да, это все отражение гигантского лицемерия американской политической элиты, того самого Вашингтона, воспетого в сериале «Карточный домик» и многих других произведениях современной культуры, да, реакцией на которую является Дональд Трамп. Трамп никогда бы не возвысился до такой степени, если бы не набрали силу прямо противоположные тренды. Христианская Америка, да, пытается каким-то образом защитить себя доступными ей средствами. Если есть Трамп, то значит с его помощью. Поэтому здесь в любом случае дело должно прийти к какому-то компромиссу. Не может быть окончательной абсолютной победы одной из сторон. В том числе и компромиссу, безусловно, по вопросу поддержки Украины, поскольку республиканцы вовсе не хотят победы Владимира. Об этом свидетельствуют все опросы. И они настроены к Владимиру Путину более критически в массе своей, чем демократы. Вот очень ключевая тема, которую мы сейчас затронули, это вот ideological realignment, то есть да, реформатизация идеологических разрывов. Если вот то, что вы сказали, как он нарисовал себе этот идеологический разрыв в конфронтацию Рейган, то сейчас вот я сошлюсь на недавнее интервью главного редактора журнала «Экономист» Зенни Минтел Бедлс. И вот он повторил то, что сейчас мы слышим, что на самом деле это идеологическое противостояние не между капитализмом и коммунизмом, как это было вплоть до конца мировой истории Фрэнсиса Фукуямы, да, вспомним, чем все это закончилось, да, а между «woke» и «unwoke». И это очень важные термины, которые, возможно, не все еще знают, но, собственно, я вижу также вот в этой конфронтации белых, простите, красных и голубых вот этот конфликт и, возможно, вот этот вот попытка наладить мост между Трампом и Путиным по линии «мы оба unwoke» как реакция на woke. Woke, напомню, друзья, вот открывайте Википедию, как это сейчас трактуется в русском языке. Это от глагола «проснуться», вторая форма глагола «wake», «woke», «woken».
политический термин, происходящий из афроамериканского английского и обозначающий усиленное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и половой справедливости. Вот это половая справедливость. То, на чем фиксирован Владимир Путин. Это те же туалеты, да, это гендерное равенство, ЛГБТ и так далее по списку. Станислав, вы видите вот этот walk on walk сейчас как существенный такой вообще фактор во всем, что происходит? Ну, смотрите, если брать Америку и свободный мир, то, на мой взгляд, woke-культура зашла слишком далеко. И это, собственно, отражается в нарастающем сопротивлении ею не только со стороны фигур типа Дональда Трампа, но и Илона Маска и много еще кого. Потому что, ну, все хорошо в меру. Мы с вами обсуждали в прошлый раз парадокс толерантности, о том, что предельная толерантность приводит к предельной нетолерантности. Безусловно, вина белых перед черными существовала и существует. И человечество оправдывается за долгие тысячелетия там, сексуальной и прочей дискриминации, но это не должно доходить до полного абсурда. Когда, собственно, белый человек становится изгоем. И когда в американских университетах учат, что whiteness, то есть это даже не белизна, а некая белость, есть... Первородный грех, original sin. Да, потому что тут, как только маятник заходит слишком далеко в одну сторону, он начинает мощно двигаться в другую. Это же относится и к лицемерию политических элит, которые на самом деле эти взгляды не исповедуют, а пытаются их эксплуатировать. Более того, многие адепты официальных этих взглядов на самом деле лишь делают на этом гешефт, как говорят в нашем богоизбранном еврейском народе. Вспомним, что в самом начале существования движения MeToo его неформальный и моральный лидер, актриса Азия Арджента, неожиданно была обвинена в совращении несовершеннолетнего, после чего куда-то рассосалась. Вот сейчас мы не знаем, где Азия Арджента. А потом выяснилось, что некоторые предводительки движения BLM на собранные ими в благие нужды деньги купили себе элитную недвижимость в Калифорнии где-то еще. Когда их в этом уличили, естественно, они заявили, что это есть попытка расовой дискриминации и сегрегации. Апофеозом, собственно, лицемерия элиты является сам Владимир Владимирович Путин, для которого эта проблематика вовсе не близка. Вот не случайно это ни разу не было ему упомянуто в интервью Такеру Карлсону, где он был настолько откровенен, насколько мог. Все эти гонения на ЛГБТ предназначены для широких народных масс в РФ, где на самом деле запрос на этот консервативный тренд очень невелик. Владимир Путин ошибается. Кроме того, всем известно, что одна из самых мощных сил в окружении Владимира Путина – это гей-лобби. И вообще сам по себе путинизм в значительной степени является совместным предприятием бандитского Петербурга, который он олицетворял в первой половине 90-х годов 20 века, и около ельцинского гей-лобби. И, собственно, в чем еще, так сказать, тайные рычаги и пружины взаимодействия гей-лобби с Владимиром Владимировичем Путиным еще предстоит раскрыть историкам в обозримой перспективе. Добавлю, что упорно давно уже ходят слухи, что вообще действительно все, весь Кремль чуть ли не гей. И мой коллега Илья Пономарев утверждает уже некоторое время, что Путин сам не против позабавиться иногда. Ну, опять об этом не могу судить со всей уверенностью. Разумеется, в отличие от Ильи Пономарева, пока отложим это обсуждение, но то, что в руководстве администрации президента, палат парламента, крупнейших государственных корпораций геи представлены весьма обильно, это так. Это ни для кого не секрет. Это просто тщательно скрывается от народа и, видимо... Володин яркий пример. Ну, я думаю, что мы не будем заниматься аутингом, поскольку это как раз не политкорректность, и сторонники воук-культуры нас бы не одобрили в данный момент. Собственно, гонение на ЛГБТ сообщество Q+, сообщество в РФ еще имеет целью прекратить публичное обсуждение всех этих тематик и тем самым обеспечить анонимность, инкогнито гей-лобби. Вот на самом деле с чем это еще связано. На самом деле эта тематика совершенно не беспокоит Владимира Путина, во всяком случае в негативном ключе, поскольку долгие десятилетия он прекрасно работал с геями, и ему нравится с геями работать. Они податливы, хороши. Ему, собственно, геи же традиционно хороши в сфере обслуживания, кроме всего прочего. Ну, помимо своей гениальности в самых разных сферах. А Путин воспринимает весь государственный аппарат как сферу обслуживания, и поэтому ему нравятся хорошие манеры податливых людей, которые не всегда можно встретить среди грубых мужланов. Собственно, действительно, Запад несколько зашел в тупик с этой конфронтацией. Woke и unwoke, как говорит упомянутая вами редакторка журнала «Экономист», и преодолеть эту конфронтацию можно только на религиозной основе. Диалектическим снятием многочисленных противоречий, что есть требования эпохи, потому что доводить конфликт
до точки кипения, как это происходит сейчас в Америке, и ставить ее на грани раскола, чрезвычайно опасно. Я, безусловно, по-своему и рад этому конфликту, поскольку он доказывает, среди прочего, жизнеспособность американских демократических институтов. Что в Америке все можно. Да, вот Минюст США сейчас предъявляет доказательства того, что Хантер Байден употреблял наркотики в последнее время, и тогда, когда он уже утверждал перед органами правосудия, что нет, не употреблял. Все, так сказать, страны за железным занавесом авторитаризма и тоталитаризма ликуют. Смотрите, какой ужас и кошмар и раскол. Так этот ужас и кошмар и раскол прекрасный, потому что они показывают, что так можно делать во флагмане глобальной демократии. Флагман глобальной демократии от этого никуда не девается и не разваливается. И ведь невозможно себе представить, чтобы нечто подобное происходило в РФ или в Китае. А в Америке можно, и это и есть свобода. Я тут добавил, закрывая тему все-таки волка, как опять такой религии, уже мирской религии, которая появляется, когда вот теряется аврамические религии, нечто подобное тому, что вы сказали сегодня ранее, Станислав, как параллельно проходят такие процессы и где пытаются обе стороны, Трамп, тот же Путин, и то, кого они представляют, найти общий какой-то язык. Тот же снос памятников, помните, который начался, по сути, при первом президентстве, я надеюсь, последнем президентстве Трампа, памятник конфедератским разным генералам и деятелям, на которые тоже очень неоднозначно смотрели республиканцы. Ну и, разумеется, это также с этой стороны Атлантического океана, это снос памятник советским солдатам-освободителям, в том числе в Балтийских странах, которые тоже являются таким камнем преткновения и занозой в глазах обитателей Кремля уже долгое время. Ну и добавлю тоже, насколько все это неоднозначно, и как волк может заигрывать с unwoke и unwoke с волк. Тема Израиля. Вот в октябре я был последний раз в Нью-Йорке и видел, лицезрел эти многочисленные протесты молодых американцев, не только арабского происхождения, а вообще даже и еврейского происхождения зачастую, которые выступали против Израиля. Началась только операция в Газе как раз. И вот тут, разумеется, им вполне возможно будет более понятная и симпатичная позиция Кремля, которая также осуждает действия Израиля, и вот мы видим тут такое потенциальное слияние сил волк и анволк. Ну, такая вот ирония судьбы. Станислав, предлагаю поговорить о все-таки религиозных основах тоталитаризма в современном мире, тоже заявлена нами тема, и, разумеется, китайского. Что он из себя представляет? Техническая сторона дела. Мы знаем, что это тоталитаризм такой цифровой в первую очередь, да, то есть Китай впереди планеты всей и даже уже начал экспортировать уникальную систему слежки, систему баллов, цифровой ГУЛАГ, если хотите называть это цифровой такой вот орвеллианизм. И вот также есть яркие примеры того, как осуществляется контроль над группами населения. Причем интересно, тут в случае Китая, не знаю, это, наверное, не совпадение, но именно две такие религиозные меньшинства китайских – это буддисты, тибетские буддисты, под колпаком Пекина остается уже сколько лет Тибет. Ну и, собственно, то, что происходит с исламским Синьцзянем, то есть это уйгуры этнические, это тюрки, которые исповедуют ислам, и которые в размере сотен тысяч находятся в неких таких исправительных колониях на северо-западе страны. Здесь буквально на днях в Берлине сорвалось мероприятие по поводу юбилея первого немецкого издания известной книги Ханны Аренд «Истоки тоталитаризма», «Oranges of the Totalitarianism». А сорвалось оно, кстати, из-за пропалестинских демонстраций. Сторонники Хамаса в Берлине сорвали это дело как типа еврейское и произраильское. В связи с чем я и вспомнил об этой книге, о том, как Ханна Аренд трактует истоки тоталитаризма и главные черты тоталитаризма. Она совершенно правильно говорит о том, что главное свойство тоталитаризма, чем оно отличается от авторитаризма и вообще любых режимов с ограничениями демократии и свобод, это полное расчеловечивание человека, лишение его, собственно, статуса личности, что мы наблюдали и в нацистской Германии, и особенно в коммунистическом Советском Союзе с его ГУЛАГом. Об этом, собственно, написан весь Варлам Шаламов, «Воспоминания Надежды Яковлевны Мандельштама» и так далее. В этом смысле тоталитаризм отличается тем, что человек в тоталитарной системе становится живым мертвецом ходячим задолго до физической смерти, потому что он лишается всякой тяги к свободе и проявлениям свободы. Он перестает свободно говорить, свободно мыслить, читать и писать,
И с ним уже можно делать все, что угодно. И анализируя, как возник в 20 веке тоталитаризм, я давно пришел к выводу, что он возник именно путем полного отказа от Бога, от традиционных религий. Когда сначала, как сказал Фейербах, Людвиг Фейербах, известный философ-антропоцентрист, человек человеку Бог, рождается формула. Затем, как правильно сказал Федор Михайлович Достоевский, собственно, возникает идея человека Бога вместо Бога человека. И случайно всякий тоталитаризм так или иначе ведет к обожествлению какой-то определенной личности, например, Иосифа Сталина, или в современной России Владимира Путина, или в КНР Си Цзиньпина. Потому что там, где нет реального Бога, его место занимает человек. Да, homini deus est, как Фейербах. И религия Чучхе в Северной Корее, не забывайте, тоже такая мирская религия. Там же срабатывает известный анекдот про Чукчу, как, вернувшись с Москвы в Чукотку, Чукча говорит, видел лозунги «все во имя человека», «все для блага человека», и человека этого я видел. Рано или поздно место Бога занимает вполне конкретное физическое лицо, обожествляемое этой безликой массой. В смысле, и современные РФ, и КНР несут все основные черты тоталитаризма. При этом, если говорить именно о Китае, как вы поставили вопрос, то китайский тоталитаризм сыплется. Владимир Путин все рассуждает о том, что Китай там стал первой экономикой мира по паритету покупательной способности, что вот это та модель изоляции, которая путинской Российской Федерации нужна, и тотального запрета всех и всяческих прав и свобод, что мы и наблюдаем. Когда только что, между прочим, весьма левый и симпатизирующий Китаю публицист Борис Кагарлицкий получил 5 лет тюрьмы, 5 лет колонии за какой-то там пост 2-летней давности весьма неочевидного содержания про Крымский мост. Но если мы смотрим на ту самую хваленую китайскую экономику, она все более зануривается, заходит в глубочайший кризис. Все забывают, что госдолг Китая значительно больше американского. В современном мире принято рассуждать о том, сколько Америка должна, но госдолг Америки всего 130% ВВП. Всего это, конечно, очень много. А совокупный долг Китая, включая провинции, почти 300% ВВП. Гораздо-гораздо больше американского. В Китае сократились за минувший год экспорт и импорт приблизительно на 7%. На 59% в сравнении с 2021 годом упало строительство недвижимости. Сокращается привлекательность Китая как промышленной базы. Новые промышленные объекты будут размещаться во Вьетнаме, в Пакистане, в Бангладеш, в Индии, в Мексике, но не в Китае, просто потому что Китай стал неконкурентоспособен в смысле стоимости рабочей силы. Но все это в конечном счете происходит даже не из-за каких-то конкретных проблем Китая, а из-за классических свойств тоталитаризма, при котором никто не может чувствовать себя в безопасности, никакой инвестор. Даже будь он трижды друг ЦК Коммунистической партии и лично товарища Си, ему угрожает все, что только возможно. Он ни в чем не может быть уверен. Тот же Джек Ма, известный китайский инноватор-миллиардер, который позволил себе открыть рот 2 года назад по поводу несовершенств китайской финансовой политики всего лишь, и немедленно был репрессирован, вынужден был бежать в Японию. Против его корпорации Alibaba и Ant ЦК КПК принял жесткие меры, в результате чего их совокупная капитализация снизилась на 800 с лишним миллиардов долларов. Постоянно исчезают куда-то китайские бизнесмены и банкиры и дают показания или доносят голос из никому неизвестных мест. В этой ситуации этот тоталитаризм, как он собирается выживать? Он собирается выживать путем закручивания гаек, установления тотального суперконтроля над своими гражданами. И для этого, конечно, нужны современные технологии. Вот, например, уже на вооружение китайской полиции поступили очки с распознаванием лиц. То есть идет полицейский в очках и сразу видит, там, кто перед ним и что, и там сразу залезает в базу данных, а каков социальный капитал этого человека, а нет ли на него чего-нибудь, и не надо ли его превентивно задержать, избить, а лучше всего вовсе ликвидировать. Это то, что ждет и Россию в ближайшие годы, и на этом примере мы видим, что такое тоталитаризм. Что, во-первых, он рождается, из отрицания традиционных религий, не только авраамических религий, но и традиционных восточных религий, таких как буддизм и иудаизм. Пусть он и адсорбирует определенные элементы так бы, конфуцианского учения, ничего по сути и по смыслу это не влияет. Во-вторых, он полностью лишает человека свободы, и в этом смысле говорить об эффективности тоталитарного государства просто не приходится. Если ты хочешь всю жизнь провести в бронированной камере, перестать быть человеком, и стать овощем, который боится собственной тени, ну ты можешь дальше сравнивать те или иные экономические или социальные параметры и говорить о том, что хай-то Хантер Байден употребляет наркотики. Какая разница, Хантер Байден употребляет наркотики для тебя, если ты уже живешь при тоталитаризме и перестал быть человеком? Станислав, мне интересно вот ваше мнение, все-таки, учитывая, что вот Путин сейчас пытается через своих симпатиков Такера Карлсона и далее по списку
через мага вот транслировать такую идею, что, собственно, Россия – это высокодуховная страна. Ну, а вот а на самом-то деле, какова судьба вообще религии в России? А будет ли она вообще когда-либо живой религией? Вы сказали, что, собственно, и православие в России уже давно превращается, собственно, в служителя мамона. Собственно, как и при Советском Союзе, православие официально было неким отделом советского КГБ. Ну, православие, безусловно, было зависимым полностью при Советском Союзе от советской власти. Собственно, РПЦМП была создана в сентябре 1943-го Иосифом Сталином как придаток государства. Но в то же время в церковных средах были свои диссиденты, своя оппозиция. Все это вышло на поверхность в конце 80-х годов при Михаиле Горбачеве. И в 90-е годы, в период религиозной свободы при Борисе Ельцине, казалось, что русская православная церковь может стать таким островом святости и духовным водителем русского народа. Но этого не случилось. Церковь немедленно приняла те формы, которые стало принимать государство, сначала будучи придатком госкорпорации при авторитарном государстве, потом при нынешнем тоталитарном, и полностью свой моральный авторитет и ресурс утратила. Будет даже тот небольшой, который сложился в недолгий период свободы. Поэтому сегодня настоящая религия в России находится в полном загоне. Священники, которые высказывают свою точку зрения, апеллируют к Священному Писанию и Христу, лишаются сана, как мы видим, сплошь и рядом. И вообще, собственно, религиозные институции, они полностью служат государству и молятся на Владимира Путина, исполняя фактически его задачи. Это не означает никакой религиозной свободы. Поэтому ситуация с религиозными свободами в РФ будет только ухудшаться. Любой тоталитаризм настаивает, что в нем есть какая-то эксклюзивная духовность, противоречащая прагматизму и безбожию Запада. Так говорил Адольф Гитлер, так говорил Иосиф Сталин, в том числе в беседах с западными гостями, типа Андра Жиды или Леона Фейхтвангера. Так говорит Владимир Путин, так говорит и Си Цзиньпин. И это попытка скрыть главные черты тоталитаризма, его полное расчеловечивание. Но вместе с тем я согласен с тем, что Запад дал эту подачу тоталитаризму, когда, начиная с эпохи Большого Просвещения, с Великой Французской революции, стал изгонять Бога. И тем самым доизгонялся до вот этого человека божества. Тоталитаризм – это своего рода венец просвещения. Но в наши времена тоталитаризм – это попытка остановить историю, остановить будущее. Даже сам факт, что из-за уже ведущей войны в Европе и постоянных скрытых, подразумеваемых или реальных военных угроз со стороны Путина и со стороны Си Цзиньпина тоже, а есть основания полагать, что окончательный экономический тупик, в который зайдет Китай приблизительно к 2027 году, по мнению ряда крупных экономистов, в том числе нобелевских лауреатов типа Пола Кругмана, он и спровоцирует нападение на Тайвань, поскольку это будет единственным выходом из ситуации. Это все же сегодня ведет к наращиванию оборонных производств и милитаризации свободного мира, евроатлантического мира. Это и есть и попытка задержать прошлое. То есть тоталитарные режимы говорят свободному миру: вы будете играть по нашим правилам. Вы хотели перейти в тот мир, где всем правят идеи и технологии, где человек поистину свободен, и технологии служат его свободе? Нет, мы не дадим вам этого сделать. Вам придется жить постоянно на осадном положении, на этом основании ограничивать права и свободы и использовать технологии так же, как и мы, против свобод. Чем больше Запад подчиняется этой логике, тем больше тоталитарные режимы получают шанс пролонгировать свою активность. И, опять же, как бороться с тоталитаризмом? Только рейгановскими методами, то есть осознав религиозный фундамент этой борьбы. Ну тут, я не знаю, это контртезис или нет, потому что вы сказали, просто если мы говорим о том, что именно вот, в условиях отсутствия живой веры, отпадания этой веры, возникают вот такие фигуры, которые начинают обожествляться, и появляется тоталитаризм, и в контексте того, что сказали, что Европа сейчас готовится к нашествию варваров, буквально в Финляндии на днях Александр Штуб, мой старый приятель, выиграл выборы, стал президентом этой страны, и на позициях такого центриста-правака он готовится к нападению со стороны России, поддерживает Украину, то есть абсолютно на правильных позициях. И тем не менее интересно, что вот эти страны, наименее, наверное, воцерковленные, да, страны в мире, это скандинавские страны, тем не менее, они, наверное, самые антитоталитарные. Вот как это связывается с вашей тезой? Эти страны просто не католические, они протестантские, поэтому там, собственно, сам удельный вес обряда, ритуала и иерархической религиозной структуры весьма низок. Но это не означает полного отсутствия религиозности как таковой. Кроме того, я ожидаю ее всплеска. Просто не, как раз не в формах усиления традиционных иерархических структур, а их ослабление дальнейшего, безусловно, включая Ватикан, о чем мы подробно говорили в прошлый раз и не будем повторяться. Будет сетевизация религиозной структуры.
При том, что никакого фундамента, кроме религиозного, чтобы противостоять тоталитаризму, я лично не вижу, мы это сегодня наблюдаем. То, что мы сегодня видим, это продукт и проект неправильного осмысления итогов Третьей мировой холодной войны. Вот недавно были рассекречены разговоры Бориса Ельцина с Биллом Клинтоном от 1994 года, когда Ельцин предлагал в первую очередь принять РФ в НАТО, что и нужно было, безусловно, делать. Тогда бы мы не столкнулись с современным кризисом. Собственно, всегда ведь любой кризис такого типа порождается тем, что человечество заблудилось в потемках, тем, что оно зашло слишком далеко не в ту сторону. Точно так же, как, вот, например, победа рессентимента и антилиберализма в России начала 21 века во многом обусловлена системным российским либерализмом конца 20 века, когда системные либералы просто отвергали какой бы то ни был диалог с большинством народа, выступали с позиции, что все это быдло, чьи интересы мы не должны учитывать, главное не допустить реставрации коммунизма, в результате получили на голову фашизм гораздо более страшный, чем вегетарианский позднесоветский квазикоммунизм. Если бы системные либералы вели себя гораздо более ответственно и выстраивали бы диалог с народом, то им самим не пришлось бы вызывать себе на подмогу того самого силовика, который в итоге скрутил в бараний рог современную эру. Так и здесь. Если бы свободный мир после победы в холодной войне вспомнил о том, благодаря чему он победил, не было бы и сегодняшней проблемы. И, кстати, тогда свободный мир и США в первую очередь перестали бы вскармливать Китай, которые они себе на шею посадили, в общем, тем, что десятилетия подряд по-прежнему продолжали подпитывать тоталитарный режим, убеждая себя, убаюкивая сказками о том, что в результате последовательного экономического роста этот тоталитарный режим неожиданно станет демократическим. Этого не случилось, все зашло ровно в обратную сторону. И вместе с тем выяснилось неожиданно, что сам по себе экономический рост – это статистический параметр, которым можно манипулировать как угодно. Вот сегодня уже в мире только разговоров о том, что экономический рост и другие огромное количество финансовых показателей Китая и китайских корпораций за долгие годы фальсифицированы. А западные инвесторы почему-то на них надеялись и делали ставку. А почему так произошло? Потому что всегда приятно закрыть глаза и не думать о грустном. А вот когда это грустное приходит к тебе домой в виде тоталитаризма и прямой угрозы войны, тут ты вспоминаешь о том, что куда. Что касается скандинавских стран, то в их возрождениях религиозности я верю с оговорками на то, на какой традиции построена эта религиозность. На протестантской традиции, не предполагающей всех этих верик и рис. Станислав, мы все-таки можем пройти по всем заявленным темам. Еще есть пару таких подтем, поэтому в формате блиц, если не против. Да. Хотя эта тема очень важная. Давайте поговорим все-таки судьба евреев в Израиле, в диаспоре. Также в религиозном контексте все настолько запутано, и мы видим, как мага, опять-таки мага, хотела разъединить помощь Израилю от Украины. И получается, что республиканцы остаются на произраильских, про ликудовских позициях, с демократами не все так просто, хотя, опять-таки, официальные представители демократов в Белый дом поддерживают Израиля через все тяжкие, скажем так, это стоит ему очень много головной боли и так далее, а вот Путин тут, который пытается навести мост с этими мага, пошел по другому пути, заигрывая с арабским миром, с так называемым глобальным югом, выступив против Израиля, тоже все очень неоднозначно. И у меня родственники, и у вас есть родственники в Израиле, я знаю, Станислав. И если чисто военным способом ядерный, хотя и не декларированный ядерный Израиль, арабским странам победить будет, скорее всего, невозможно, очень усложнить жизнь израильтянам, выдавить изрядную долю израильтян из этой страны вообще, сузить, скажем так, да, сплотнить Израиль тем, что все больше и больше населения отселяется, скажем так, от северных, прилегающих к Ливану районов, и от южных и так далее. Вот тут большая проблема, и я уже слышу о том, что многие израильтяне подумывают о перманентном экзиле, эмиграции. На мой взгляд, война 7 октября, опять же, была не спослана Господом Богом не случайно, поскольку ее такой сакральный исторический смысл в том, чтобы преодолеть два раскола. Первый раскол внутри Израиля между религиозным и светским, второй между, собственно, народом Израиля и евреями за пределами Израиля. Раскол между религиозным и светским Израилем достиг апогея как раз к осени 2023 года, и сейчас мы видим, чем дело кончится, сближением неизбежным. Перед лицом общих вызовов и угроз. Это значит, что поскольку Израилю сейчас, как теперь понятно, нужна не просто умная, но большая армия, это значит, что религиозные евреи, ученики религиозных учебных заведений, будут таки служить в армии. Это почти неизбежно. То есть они станут более светскими. Вместе с тем, на мой взгляд, и светский Израиль будет более иудаистским, потому что будет проходить сближение религиозной и светской системы образования.
это так или иначе явится результатом этой войны, когда бы она ни закончилась, уже понятно, что она закончится не очень быстро, даже несмотря на то, что, в общем, исламский мир активно не поддержал Хамас в основном. И это тоже открывает путь к тем самым соглашениям Авраама, которыми должна завершиться Четвертая мировая война вообще. Неким глобальным альянсом христианства, ислама и иудаизма, который будет противостоять тоталитарным силам, ныне олицетворяемым Китаем и Россией в первую очередь. Ну и там немногочисленными и не столь важными с глобальной точки зрения сателлитами. Глобального юга, кстати, не существует. Это чисто такой пропагандистский конструкт, потому что это очень рыхлый конгломерат стран с совершенно разными интересами и приоритетами. В какой-то момент решили, что это более политкорректный термин, чем «третий мир». Ну, потому что нет первого и второго мира, все-таки это все термины времен Холодной войны, которая давно закончилась. Разумеется, но какой же это глобальный юг, когда он в значительной степени состоит из севера и востока? Это, как мне уже приходилось говорить, это еще отражение русского коллективного бессознательного, который все время рвется к теплому морю, очень хочется оказаться на юге. Поскольку Россия страна северная, во льдах, в этой ледяной пустыне евразийского Хартленда, и хочется ощутить себя частью юга. Как отдельно русскому человеку, так и русскому сообществу народа вообще. Но это не имеет отношения никакой практики. К тому же само слово «юг» в русском языке имеет и такое обсценное значение – идти на юг. Да? Поэтому то, что Россия, гоняясь в самоизоляцию, идет на глобальный юг, это безусловно так. И, конечно, огромный всплеск, завершая про евреев, антисемитизма во всем мире, он приведет к тому, что вдруг окончательно выяснится, что, как и сказано в Ветхом Завете, евреи должны жить там, где реки текут молоком и медом, то есть в Ханаане, а именно в Израиле. И это еще, так сказать, приведет к тому, что 1,5 миллиона евреев приедет к Израилю в ближайшие годы. После. Вау! Да, интересно. А как? Вдруг выясняется неожиданно, что современная, так сказать, университетская культура, из которой произошла и woke culture, вдруг породила огромный слой антисемитских настроений. А, собственно, именно рост Дональда Трампа и компании на этом тоже существует. Это же протест объективный против этого всего. Все, кому это не нравится, и все, кто скорее хочет дружить с евреями, чем с деклассированными нелегальными мигрантами из глобального юга, тоже сюда присоединяются, независимо от того, хорош или плох Трамп. Трамп – это карикатура, в общем, того лидера, который мог бы быть на его месте, то есть карикатура на Рональда Рейгана. Ну уж какой есть, такой есть. Еще маемо, то маемо, как говорил Леонид Макарович Кравчук. У вас, если не ошибаюсь, в телеграм-канале вы обратили внимание, что в Москве в возрасте 98 лет умерла писательница, историк, искусствовед Нина Малеева, вдова художника, авангардиста, теоретика искусства Элия Билютина. И, собственно, она унаследовала огромную коллекцию искусства, около 1000 предметов, из которых 200 живописных полотен и так далее. 1 апреля 2013 года, и это не шутка, это не April Fool's Day, она была передана в дар по завещанию президенту России Владимиру Путину. Мне так никогда не везло, несмотря на то, что на меня выходили очень часто вдовы каких-то высших чинов в свое время, там, таких стран, как Нигерия, Камерун и Южная Африка. Я так и ничего не получил от этих наследств. И вы знаете, наверное, о чем я сейчас говорю. Путин получил. Сейчас вот стоимость этого собрания 400 миллионов долларов до 2 миллиардов долларов. И тем не менее оспаривается ее аутентичность. Что произошло и почему Путин? Насколько эта коллекция подлинная стоит 2 миллиарда, мы не знаем. Но вообще механизм наследования каких-то чужих состояний становится очень интересным инструментом легализации, собственно, имущества крупнейших представителей российской элиты. Вот несколько лет назад Валерий Гергиев, знаменитый дирижер, руководитель сейчас Мариинского и Большого театров, получил в наследство от своей японской поклонницы, она же итальянская графиня, она была замужем за итальянским графом, всякого имущества на 200 миллионов евро, включая два дворца в Венеции и легендарное кафе «Квадри» на площади Сан-Марко. Ну, Путин же стоит дороже, чем Гергиев, поэтому неожиданно получил наследство в 2 миллиарда. Соответствует ли это наследство тому, что действительно ему досталось от скончавшейся Нины Молевой и ее покойного супруга, умершего в 2012 году Элии Билютина, известного московского художника, неизвестно. Но это тоже механизм легли. Может, там ничего и не было, а в итоге образуется коллекция на 2 миллиарда. Откуда 2 миллиарда долларов могут быть у Владимировича Путина? А вот отсюда. Ему завещали преданные поклонники, как и Гергиева. Ну что, мы наблюдаем просто интересную финансовую схему. Кстати, в арт-мире меня еще привлекла инициатива неизвестного мне доселе
художника российского происхождения Андрея Молоткина, который собрал несколько десятков работ там Рембрандта, Пикассо, еще неких классика там Раушенберга, общей стоимостью порядка 45 миллионов долларов, и угрожает их уничтожить, если в тюрьме в Белмарш в Лондоне или в американской тюрьме в случае экстрадиции в США умрет Джулиан Ассандж. Существуют, опять же, эти работы или нет, неизвестно. Стоят ли они тех денег, подлинные ли они или нет, или как спаситель мира, приписывавшийся Леонардо да Винчи и проданный за 400 миллионов долларов арабским шейхам, все это фейки. И вообще все это гигантский маркетинговый ход, на самом деле. Неизвестно. Но как раз с религиозной точки зрения меня эта история привлекла. Потому что она полностью изоморфна, она соответствует судьбе самого Джулиана Ассанджа. Потому что что Джулиан Ассандж, что господин Молоткин, только что всплывший на поверхность, это типичный случай Герострата. Человека, который во имя собственного тщеславия готов, в общем, обрушить мир. Ассандж потрясти до основания, а затем основы демократических систем, пользуясь секретной информацией и подставив своих информаторов, обрекая их на трагическую судьбу. Соответственно, господин Молоткин уничтожает то ли существующие реально, то ли нет, но заявленные шедевры искусства. Когда-то мы ничего не знали о Джулиане Ассандже до вчерашнего дня о Молоткине. И вот этот глобальный Герострат, когда благодаря наличию современных коммуникаций это знаменитым может стать любой в одночасье, для этого даже не нужно совершать какого-то страшного злодеяния, нужно им угрожать. Это действительно отдельная экзистенциальная угроза психическому здоровью человечества. И пора уже всем религиозным людям подумать о каком-то глобальном проекте Герострат, запрещающем упоминать имена таких людей. Они должны быть доступны только посвященным. А медиа должны конвенцию, что эти люди никогда ни в каких обстоятельствах не упоминаются под их настоящими именами, а разве что псевдонимами. Ну, знаете, Джулиан Ассандж для многих еще и представляет собой такую фигуру Христа, который добровольно пошел на крест, на заклание, да, ради идеи. И вот прочитав недавно, в первый раз, признаюсь, книгу Генриха Синкевича «Кому глядеши», он еще и определенные параллели, знаете, на ум приходят его с Христом, потому что он тоже, можно сказать, подставил своих, как Джулиан Ассандж, своих информаторов, так и Иисус своих апостолов тем, что обрек их на годы-годы скитаний и преследований, о чем, собственно, и эта книга. Но, опять-таки, это спекулятивное такое сравнение. Апостолы добровольно возложили на себя это бремя, оказались в итоге в раю, основав крупнейшую церковь в мире с более чем 2 миллиардами последователей. В общем, так или иначе, если не контрольный, то блокирующий пакет человечества, на который мы сегодня рассчитываем. А Джулиан Ассандж принес это все в жертву собственного тщеславия. Есть, кстати, хороший фильм про Джулиана Ассанджа, где Бенедикт Камбербэтч его играет. Вот, мне кажется, там психотипы и психопортрет Ассанджа даны совершенно правильно. Это вот такой гигантский Герострат. И борьба с этим Геростратом – это тоже задача человечества, если она хочет выйти из такой перманентной ярмарки тщеславия, безусловно, мешающей каким бы то ни было конструктивным созидательным решениям. Вот как Дональд Трамп, движимый ныне местью, готов, собственно, принести в жертву Владимиру Путину и не только Украину, но и интересы Америки, на самом деле, репутацию Америки, так любой Герострат готов пожертвовать чем угодно. И ведь Трампом движимы не только месть и жажда власти, но и тщеславие тоже. Он классический шоумен. Как, собственно, и Владимир Зеленский, вот книга Саймона Шустера про Зеленского называется «Шоумен», но Зеленский оказался в трагических обстоятельствах ему навязанных, в то время как Трамп эти трагические обстоятельства во многом создает и навязывает себе сам. Ну и совсем последняя тема, друзья, День Святого Валентина, и очень интересно узнать об этом дне в контексте святой, священной войны Путина за духовность и против засилия ЛГБТ. Сергей Марков, известный вам бывший депутат Думы, известный мне как соучастник разных баталий на разных международных каналах, где он на корявом своем английском неоднократно называл меня, вашего покорного слугу, Питера Залмаева, архитектором новой тоталитарной Украины. Вот это буквально его слова. И вот он говорит о том, что после начала агрессивной борьбы ГЛБТ, как он это пишет, ГЛБТ против нормальных людей, многие нашли в дне Святого Валентина попытку протащить гомосексуализм как моду. Также он пишет, что любовь в России в русском мире празднуют 8 марта, а в странах воинствующей государственной русофобии праздник 8 марта вообще подвергается политическим репрессиям, как на Украине, как он пишет, а Россия свободная страна свободных людей.
Ну, самое православное, что есть в современной РФ, это, собственно, святой Валентин. Напомню всем, что это святой Валентин Тернийский, православный святой, врач, который в том числе венчал в Римской империи, собственно, почему он и покровитель влюбленных. Кроме того, святой Валентин Тернийский считается также покровителем душевно больных. И поскольку всякий влюбленный, так или иначе, отчасти безумен здесь, это смыкается тоже. Но это, безусловно, православный святой, поскольку он был канонизирован задолго до церковной схизмы, раскола XI века. И это органический праздник, который абсолютно устоялся и укоренился в современной России, и поэтому изгнать и заменить его чем-то никак не получается. Там что только не придумали. Какой-то день Петра и Февронии, день там семьи и всякой прочей ерунды. Все равно день Святого Валентина остается народным праздником. Об него обломает зубы современный российский тоталитаризм, как и о многое другое, потому что все эти консервативные, вот абсолютно фальшивые насквозь скрепные тренды, включая борьбу с ЛГБТКВ+, вовсе не приоритетны для современного российского народа, который просто хочет отсидеться от этого, чтобы его не трогали. В надежде на то, что тоталитаризм как-то прошелестит спелой грозой мимо, как Ленина Мандельштама. Поэтому День Святого Валентина все равно будет отмечаться, пусть даже в полуподполье. И там примечательно, что неожиданно Сергей Марков заявил, что теперь 8 марта должно быть русским аналогом Дня Святого Валентина. А еще ведь недавно его единомышленники утверждали, что 8 марта – это хорошо замаскированный Пурим. Еврейский праздник, который нам впаривают под видом Международного женского дня. Я уж начинаю переживать, не случилось ли чего, как в старом анекдоте, уж не перешел ли тайно Сергей Александрович Марков в иудаизм, что в нынешние времена для России далеко не сахар. Ну, правда, вот Хавьер Милей, президент Аргентины, кажется, перешел в иудаизм, а давно еще в иудаизм перешел, между прочим, Алехандро Майоркас, этот вот министр внутренней безопасности США, который только что был подвергнут импичменту в Палате представителей. Но это не значит, что он будет уволен, просто так скажем, да. Но импичмент был. Настоящий латиноамериканец, настоящий праведный латиноамериканский католик, а иудей. Вот, там все не слава богу. Но, в общем, поздравляю всех с Днем всех влюбленных, потому что все равно это остается прекрасным не только органическим, но и христианским праздником. Мы завершаем сверхновый выпуск проекта OMG, Oh My God, нашего с профессиональным проповедником Питером Залмаевым. Это канал Белковский. Пожалуйста, подписывайтесь на канал Белковский, ставьте лайки, републикуйте этот выпуск везде, где только хотите и можете. И, пожалуйста, поддерживайте канал Белковский финансово, как угодно, в том числе своими молитвами из разных стран и регионов мира. Позвольте закончить словами из первого послания к Коринфянам. 13 глава, 4-8 стихи, собственно, как раз в духе праздника Святого Валентина. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. И мир, конечно, спасется любовью. Ура и спасибо всем!